Ну, я хочу сказать, что, конечно, это неправильно. Если маршрутки это уберут, а не будет альтернативы им, допустим, со стороны, ну, автобусов не будет. Вот. У нас вообще бедственное положение будет в нашем поселке. Вот говорят, что, допустим, 84-ю маршрутку уберут. Хотят закрыть трамвай номер 1 из-за того, вроде бы, что он нерентабельный. Но отсюда просто нереально будет уехать. Просто-напросто. Вот. Да, у меня тоже есть дети. Я не знаю, как они будут добираться вот, в последующее время на маршрутках. Вот. Если будет альтернатива, допустим, автобуса, в принципе, не против. Но пока мы ничего не слышим о том, что будет альтернатива. Вот. Только говорят, что маршрутки будут закрываться. Я считаю, что это неправильно. Вот. Ну, с ними было удобнее. Очень удобно.